В преддверии Нового года принято загадывать желания. Скандинавский институт академической мобильности желает своим стажерам, слушателям удачи в конкурсах и удачных, интересных грантов на развитие их научно-исследовательской работы. Мы сегодня в гостях у доктора социологических наук, пионера социологии социальных проблем Российского профессионального сообщества социологов Татьяны Михайловны Симоновой. Уважаемая Татьяна Михайловна, вот несколько слов как профессионального ученого, работающего в сфере социальных проблем. А какое место занимает компетентность будущего специалиста высокого уровня, который претендует на формат PhD по социальной работе, вот компетентность в сфере социальных проблем? Во-первых, хочу сказать здравствуйте и пожелать вам счастливого Нового года. Во-вторых, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что социальные проблемы – это болевая точка современного общества. Не только у нас в России, но и в Казахстане, и за границей тоже. Достаточно включить телевизор, чтобы увидеть все эти проблемы в реальной, так сказать, виде своем, в картинках. Поэтому я считаю, что социальному работнику, который должен помогать людям социализироваться и вообще находить свое место в жизни, совершенно необходима теоретическая подготовка в области социальных проблем. Не только практически перечислить их, какие они, в каких сферах существуют, но и теоретический подход какой-то, который позволит им анализировать социальную проблему грамотно, а также находить способы ее решения. Не просто так по интуиции, как кажется, а основываясь на уже разработанных и широко известных научных подходах. Вот об этом я пишу в своей книге, и я считаю, что этот курс надо читать в каждой, значит, вузе, который готовит социальных работников. И в нашем институте мы такой курс читали, да. Спасибо, Татьяна Михайловна. Я еще раз хочу обратить уважаемых слушателей, что Татьяна Михайловна является научным экспертом направления по социальной работе Скандинавского института академической мобильности, и она является научным руководителем PhD программ по социальной работе, особенно тематика, касающаяся социальных проблем. Скандинавский институт академической мобильности специально для своих слушателей, специализирующихся в сфере социологии, социальной работы, социальной антропологии.